Всем привет! Сейчас раннее утро, и хочу показать я вот включила свет, как спят гуппи, рыбки-гупи в аквариуме. Вы знали, что гуппи спят внизу на дне? Вот смотрите, они лежат на камешках. Я всегда думала, как спят рыбки. Интересно, я думала, что они как-то плавают в воде, то есть, всю ночь. Но они, оказывается, спят на донышке. Смотрите, на камешках. Вот видите? Две гупешечки, вот мальчик, девочка, лежат на, на этом на камешках. Остальные рыбки, вот эти рыбки хищники, цветные, красные, там зеленые, голубые, желтые. Они хищники. Они на камешках не спят. Они как-то вот плавают все равно в воде. А гупешки, вот они, смотрите, видите? Спят, на дне спят. Видимо, чтобы не грести плавниками, чтобы вот не, не парить, так скажем, в воде, там вот не плавать, они ложатся на дно, на камешке. Но улитки, конечно, тоже молодцы. Такие чистильщики аквариума хорошие такие интересные. У меня тоже есть видео про этих улиток, как они кушают. Они такие интересные. Они молодцы. Они, конечно, санитары аквариума. Они подбирают весь оставшийся корм вот после рыбок. И потом всплывают наверх, чтобы подышать. Потом опускаются опять на дно и чистят аквариум. Ну,